Всем привет! Готовим королевский салат. У салата очень нежный вкус, и он очень-очень сочный. Думаю, многим он понравится своим нежным вкусом, поэтому давайте готовить вместе со мной. Для салата необходимо апельсин, отваренные яйца, крабовые палочки, кукуруза, чеснок и майонез. Крабовые палочки, отваренные яйца и апельсин нарезаем средними кубиками, так как показано на видео. Далее весь салат собираем в одной общей чаше. Все ингредиенты соединяем между собой. Не забудьте измельчить чеснок удобным для вас способом. Добавьте майонез, немножко соли и все хорошо перемешайте. Если вы никогда не готовили такой салат, обязательно попробуйте его приготовить. Я думаю, что вам очень понравится. Вы будете довольны его вкусом, его сочностью и нежностью. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк этому видео, чтобы не потерять его. Также обязательно подписывайтесь на мой канал. На нем вы найдете очень много вкусных и разных видеорецептов. Благодарю вас за просмотр, приятного приготовления и аппетита!